Всем доброе утро! Суббота начинается с того, что нужно выбросить мусор рано утром и выкатить мусорку. Вот, потому что у нас ездит вторник и суббота. Так как у нас банщики обычно там отдыхают, поэтому у нас всегда мусора прям очень много. Ну и чтобы это все тут не заванивалось, надо в срочном порядке все повыкатывать, что я сейчас иду, собственно, и делать. Все, готово. Выдрал доску. Да, доску выдрал. Так, вода у тебя есть? Все есть. Все, я иду сейчас. Малую нужно покормить. И сама буду есть и кофе пить. Еще хочу кролику выдрать какую-нибудь ветку. Уже все дерево подстрижено. Сейчас что-нибудь найдем. Вон, можно отсюда. Там на крыше там выдрала, короче, ветку. И смотрите, яблочки. Обалдеть. Вот это да. Все, малой разогрела кушать и сделала чаек. Сейчас еще настоится это все. Вот у нас чай каркаде. Пюрешка, салатик и котлета. Салата много ей не ложила, потому что что-то вчера вечером, когда я ей наложила, она не все съела. Значит, за много было. Вот, хотя порция была не особо большая. Поэтому всем, кто собирается кушать, приятного аппетита. И я сейчас тоже разогрею и буду кушать. На улице у нас сейчас такая обалденная погода. Обалдеть. Вышла подышать свежим воздухом. Малая сейчас легла спать. В садике научили, короче, лайфхак один рассказала воспитатель. Я говорю, как вы их там спать укладываете, когда они не хотят, допустим, спать? И в итоге там придумали такую фишку, что дети должны, допустим, там полчаса полежать с закрытыми глазами, и тогда будет считаться, будто они поспали. Ну вот полежите сами с закрытыми глазами и поймете. В итоге что делает этот ребенок? Он просто засыпает. В итоге моя малая, наверное, ну минут 5, может, побыла с закрытыми глазами, и все. Уже ее нет, она уснула. Вот, поэтому не знаю, еще где-то, наверное, полчаса либо час. Если, конечно, птицы не разбудят, она поспит и все. Дальше выпущу на улицу, очень тепло. Она хотела до этого идти, но она мне устроила там конкретный скандал. Вот, когда она плохо спит, допустим, либо вообще днем не спит, у нас просто полный пипец. Ну, там, только и ждешь вечера, быстрее бы положить спать, потому что она просто устраивает какой-то цирк. Ой, сколько яблок, смотрите. Должно быть в этом году немало. Уже на яблоне такие яблочки тоже довольно немаленькие. Ну, видали? Обалдеть. Так что скоро урожай вырастет. Надеюсь, только мороза никакие там не побьют. Сейчас хочу пойти закатить мусорку. Мусорка у нас уже была. Забрали мусор. Где-то, наверное, спустя час после того, как я выкатила. Все готово. Сегодня я в магазин не пойду и не собираюсь. Но вот хочу сделать картошку. Я не знаю даже, как она там называется по рецепту. Короче, берете картофель сырой, трете на терку, на крупную, и просто так жарите. Вот я обожаю такую картошку, обалдеть просто. Вот, и плюс сделаю салатик. И там, не знаю, посмотрю из заката, что-то у нас еще было. Помидоры, по-моему, либо огурцы, короче, что-нибудь из этого. Ну, хочется вот этой вот картошки, поэтому пока, наверное, малая спит. У меня там уже все убрано, посуда вымыта. Ну, как бы по дому делать ничего не надо. И пока малая спит, пойду почищу картошку, наверное, и натру. Вот. Либо просто начищу картошку, а там уже, когда она проснется, соседские дети смеются. Когда она проснется, тогда уже буду жарить, наверное. Потому что тут и так ходишь прям на цыпочках.
Ну, вот, хотя раньше, допустим, я могла спокойно пылесосить, и она даже и не проснется, ну и пофиг. А сейчас уже все выходит из того возраста, когда днем нужно спать, и с этим сложно. И вот сейчас в первом классе будет группа продленного дня, там есть, которая вместе со сном, есть без сна. В итоге, похоже, мы пойдем туда, где не надо спать, потому что она там просто бодурью мается, и все, очень сложно ее положить. Поэтому будем обдумывать другие варианты. Дело сейчас соображала, хочется что-нибудь испечь и в магазин впадлу идти, и ничего особо нету дома. В итоге нашла дрожжи, надо 5 грамм отсюда, короче, половину я отсюда заберу. Соль, сахар, масло, мука и что, и все, по-моему. Вот, короче, из нифига называется. Вот. Что-то типа батона. Я хочу мультиварки сделать. Я уже так делала. Вот, рецепт у меня сфоткан, поэтому если кому-то, допустим, там понадобится, могу вставить рецепт и показать. Вот. Сделаю, короче, булку, и потом нужно будет помыть эту посуду. Но, скорее всего, муж пойдет ее мыть. Так что вот, если сам не хочешь, заставь другого. Так что все, сейчас принимаюсь за замешивание. Малая на улице бегает. Осталось буквально минут 20, и вот готова вторая сторона. Вот такой вот у меня хлебушек получается. Так аппетитно, вкусненько пахнет. И уже загоняю домой малую. Идем? Идем. Это все улиток собирают. Хорошо лежим? Да? Так, что у нас тут? 30 минут, короче, минут 15 еще где-то. Это я просто за много наставила. Дома так жарко, что ж окно открыли настежь. Давай, мой руки, руки, мой, быстро, быстро. Ту собаку там жмякал. Вот в итоге окно настежь. И мужу осталось посуда. Все, вот такой вот у нас получился хлебушек. Тут у нас освещение такое, что не дай бог. Короче, большой лаваш. Сейчас попробуем. Сделала себе кофе, малой чай каркаде. И сейчас порежем, попробуем, что в итоге получится. Вот он называется. Я его слепила из того, что было. Сейчас сфокусирую. Вот такой вот. Очень напоминает вкус батона. Прям один в один. Супер. Вкусненько получилось. Сейчас еще остынет и будем кушать, правда? Да, так пахнет, что можно сразу это все и съесть. Вкусно пахнет? Или нет? Да. Вкусно? Все. Огромное спасибо, что посмотрели этот влог. Всем спокойной ночи, либо хорошего дня и пока-пока.